Приветствую всех на моем канале. Сегодня меняю дизайн ногтей. С этим дизайном я отходила чуть больше 2 недель. Все относилось хорошо, нет ни сколов, ни отслоек. Сейчас сниму покрытие и вернусь. Воспользуюсь праймером от TNL. Базой у Трио Профи каучуковая. И сегодня попробуем гель от Lovely с сахарным эффектом, который был в последней распаковке. Наносить буду на все ноготки. Вот что у меня получилось. В качестве дизайна сегодня воспользуюсь наклейками с буквами. Наклейки очень тоненькие, с хорошим липким слоем. Thank you.
Вот что у меня получилось. То же самое проделаем на второй руке. Ссылку на наклейки оставлю в описании. Вот что у меня получилось. Перекрою топом. У меня топ от TNL, каучуковый. Покрывать топом буду с небольшим выравниванием. Вот такой простой дизайн у меня получился. Если видео вам понравилось, ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарий и подписывайтесь на канал. Не забудьте заглянуть в описание, оставлю полезные ссылочки для вас. Также в описании ссылочка на мой инстаграм. Фото с новинками и дизайны ногтей появляются там раньше. Всем пока-пока!